огромный объем работы проектной компании, компании Nord Stream, пришлось проделать за это время. Я буду стоять. То он будет стоять. Он сейчас пойдет. Новый... Вот уж действительно новый разворот, 15 часов. Для того, чтобы мы могли разговаривать о каких-то новых схемах поставки, надо все долги, все хвосты по старым схемам закрыть. Вот когда у нас будет ситуация, что мы четко понимаем, как те задолженности, которые сложились на данный момент, будут погашены, тогда можно говорить о каких-то новых схемах. Это первое и самое важное, и самое принципиальное. То есть, если говорить о каких-то изменениях, то с чистого листа, без долгов. Утверждает свою задолженность в размере 1 миллиарда долларов. Ну, давайте в долларах. Мы, как компания, были бы заинтересованы в том, чтобы все проблемы были решены, и мы не столкнулись с очередной ситуацией возможных там репутационных рисков для компании. Но я лично не верю в то, что нам это удастся сделать. Почему, Сергей? Ну, по крайней мере, вот тот ход переговоров, который мы видим на данный момент, показывает, что сложно ожидать, что сегодня все проблемы будут сняты и все разногласия будут урегулированы. Транзитная территория. Украина как государство, которое получает деньги от «Газпрома». Завтра у нас уже сформирован план наших действий, связанный с ограничением поставок на объемы российского газа. Насколько большие? Примерно на четверть.